Здравствуйте. Вера Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вера Николаевна мне объяснила, что надо говорить булавы, так что, как говорится, моя жизнь теперь никогда не будет прежней. После эфира я вам расскажу, как питлейн правильно звучит. Вера Николаевна, давайте все-таки оценку дадим выступлению девушек. Мы вас поздравляем с завершением турнира. Тем не менее, вы как тренер все равно требовательны, чем-то довольны, чем-то нет. Давайте по порядку. Ну, я довольна всем. Может быть, это не скромно, но я очень довольна, потому что новое четырехлетие, революция в гимнастике полная. У нас совершенно новые правила, очень отлично от того, что было 4 года назад после Олимпиады. Наши блестящие, где девочки заняли все, что можно, везде первые места. И Ирина Александровна Винер-Усманова и плюс большой штат наших тренеров русских, которые делают всю погоду в художественной гимнастике, разработали определенные правила, которые настолько отличаются от прошлого сезона. И эти соревнования очень знаковые. Мы пробовали, смотрели и проверили все это на наших болельщиках и у себя в стране. Поэтому я очень довольна, все удалось. Благодаря тому, что, конечно, дети гениальные. Я даже не боюсь этого при них говорить. Я очень счастлива, что они у меня есть. Ну, я думаю, что все срослось. Я довольна. Девушки, я вот у вас хотел спросить, вы этот сезон начали во взрослой команде, и, наверное, какие-то другие ощущения, да? Или абсолютно уверенно прошел этот переход? Дин, вы вот сначала первый тогда ответите. Ну, вообще все прошло уверенно. Как бы мы знали, к чему готовиться, и готовились к этому, нас готовили. Арина, тогда я у вас спрошу так. Смотрите, у Дины вот сегодня, да? Выписался специально. 6-е место в упражнениях с обручем и в многоборье, да? А у вас победа с лентой, серебро с булавами и бронза в многоборье. Сегодня будет разборка жесткая дома, да? Битва подушками. Эти результаты были за 2016 год. Ну, уже 16-й год, да. Но... Да. А сейчас я победила в многоборье. Вы победили, да? Да. Реванш. Обруч взяла золото, булава с лентой. Мяч я стала второй. А еще с лентой стала третьей. Второй. Второй в упражнении с лентой. Ага, и в многоборье заняла 3-е место. Все резко изменилось, соответственно, за 1 год. Да. Потому что кто-то на лаврах почивал, да, а кто-то, наоборот, настроился и жестко работал. Мы сейчас вот Дину как раз лицезреем, да, выступление с обручем. Вера Николаевна, скажите, пожалуйста, я читала ваше интервью, вы говорили, что девочки невероятные умницы, что таких детей вообще вы за свою карьеру не видели. Сформулируйте, почему они такие особенные? Ну, я в них сразу влюбилась. Вообще, Ирина Александровна говорит, что не бывает случайности, но это чистая была случайность, что я оказалась не на базе в Новогорске, а пришла в нашу детскую спортивную школу Олимпийского резерва на недельку. И видела 2 маленьких мышек, которые между коврами приехали из Нижнего Новгорода. Их тренер позвонил и сказал, что они уже переросли Нижний Новгород, и попросила просмотреть их в сборной команде. И смотрю, они такие ходят между коврами и не знают, кому чего. И вот как-то вот любовь с первого взгляда. Говорю, ну-ка идите сюда. Сказала, сделайте это, они делают. Сделайте это, они делают. И все, как бы, понимаете, все-таки это ментальность. У нас такой вид спорта очень богатый. Надо полностью соответствовать музыкально. Внешние данные. Кто у тебя родители, какая у тебя семья. Дети выращены в любви, в прекрасной семье, учатся хорошо. Вы знаете, я настолько была поражена их требовательности к себе. Вот я не люблю, когда кто-то опаздывает. Кто неопрятен. У этих детей я ни разу не видела чего-то. Вот носочки всегда беленькие. В школе они почти отличники. Я думаю, что если не занятия спортом, то бы были золотые медали, потому что каждый день после таких, в общем-то, изнурительных тренировок они занимались по 2-3 часа. Это заслуга, конечно, их мамы. Низкий поклон за это. Они каждый день занимались преподавателями по скайпу, представляете? Ни одного дня не пропуская, какие бы ни были сложные тренировки. И потом, знаете, есть полное доверие. Если я спрашиваю девочек, например, вот даже сегодня, давайте отдохнем 3 дня. Нет, много. Достаточно 2. То есть, понимаете, это редко, когда тренер и ученик вот в такой вот любви, в доверии. Они мне доверяют, а я им, потому что их надо беречь, потому что в определенном возрасте у спортсменов бывает такой переломный момент. Конечно, особенно у девушек. Да, особенно у девушек. А когда тебе 18 лет, и ты начинаешь свою карьеру во взрослой сборной команде,
Поэтому здесь очень надо. Мы можем тренироваться 5-6 дней и не нужен выходной. А иногда 2-3 дня я вижу даже по глазам. Я даже знаю, когда они могут заболеть. Вот если глаза блестят, все. Они на меня очень обижаются, даже плачут, когда да я говорю, все, закончилось. Практически, даже ближе, да, наверное, сейчас. Нет, да. Мама есть мама, но я стараюсь. У меня вот сейчас полное ощущение, что это мир наоборот. Вот я настолько привык к футболе, да, даже в регби, который я очень люблю, и гораздо больше футбола обожаю, даже в хоккее, который я очень люблю. Там всегда тренер, он пытается, наоборот, заставить что-то сделать, да? Все, что вы сейчас рассказываете, это то, что фактически они на вас обижаются, что вы им мешаете работать, да? Девочки, вот объясните, вам что, не хочется ну, каких-то простых, каких-то радостей жизни? В кино сходить, там, я не знаю, там, с мальчиком на свидание, что-нибудь? Или вам охота вот так каждый день вкалывать и потом еще и в школе заниматься по скайпу? Нам нравится заниматься, нам нравится тренироваться. Очень любим выступать. Из-за этого не хочется там где-нибудь гулять, еще что-то. Нет, конечно, ну, выходной день. Не хватает времени и сил, наверное, на все остальное. Но выходной день мы иногда проводим в кино, встречаемся с друзьями. Дина, Арина, скажите, а вообще можно ли в художественной гимнастике дружить? Мы видели, что на этапе Гран-при в Москве были наши великие гимнастки Алина Кабаева и Рита Мамун. С этими девушками уже взрослого, большого поколения можно ли общаться? И вы с ними разговариваете? Знакомы? Конечно, можно общаться, наоборот. Они дают советы, помогают чем-то нам. Ну, помните, вы, наверное, когда детьми-то были совсем маленькими, смотрели выступления уже более опытных, скажем так, спортсменок? Да, мы когда были маленькие, мы смотрели выступления Алины Кабаевой, смотрели выступления Жени Канаевой, но мы еще ее застали в зале в Новогорске. Вот, а сейчас Рита приходила на Гран-при, а в том году она еще выступала. Вот, нам удалось с ней пообщаться. Верите, что сможете стать, ну, не скажем так, не вторыми Мамуны, Кабаевой, а веренными, но на такой же позиции находиться с ними? Будем стараться. Или более высоким. А вот а маленькие девочки уже подходят к вам вот так же? Да, подходят. Зале, да? То есть прям автографы берут? Да, свои, автографы, да? Фоткаются. Ну и как вот этот переход в звезды? Не приятно? Знаю. Мне нравится, когда подходят маленькие дети, они могут, наоборот, что-то спросить. Как, чего, ну, мы можем сказать, дать совет. Ну, вот Вера Николаевна, например, нам сказала, да, что та же Алина Кабаева никогда в жизни никому не отказала в разговоре, в селфи, даже если там 2 часа с девочками. То есть вы это все тоже слышите, да? Да. Да? Не будете зазнаваться? Нет, конечно. Вера Николаевна, так любопытно, сейчас девочки так, я вот подглядываю, между собой все время общаются, одна другую так поправляет, да, за руку держит. Вы тоже, я читала, говорили, что у них есть свой мир целый, где только они вдвоем. Вы это ощущаете? Есть ли между ними, девочки, простите, что как в третьем лице, есть какая-то, ну, может быть, конкуренция в хорошем смысле этого слова, но она не во вред идет им? Вы знаете, они такие родные. Вообще для меня близнецы вот всегда было разных. Я наблюдала за детьми. Но в художественной гимнастике близнецы — это, во-первых, нонсенс, что девочки настолько самодостаточны. Я хочу немножко вас поправить в том, что вот вы говорили, что у Ариши в прошлом году лучше, в этом году хуже. Просто, как вам сказать, настолько вот эта родственная связь. Ведь сегодня Дина так расстроилась. И говорит мне: Вера Николаевна, почему не Ариша первая? Вот честное слово, да, они настолько самодостаточны, им никто не нужен. Вот у них свой мирок. Я такой дружбы и любви не видела между сестрами. Но это помогает, получается? Это не просто помогает. Я даже Ирине Александровне, которая тоже их очень любит, просто обожает и ценит, и воспитывает, и тренирует, она просто говорит, я такого еще не видела. Настолько вот у них, понимаете, такое взаимопонимание, выручка. Она говорит: знаешь, Вера, мне кажется, что сегодня Аришу на хорошее выступление Дина настроила. Мы даже там были не нужны. Скажите, пожалуйста, вот цель у нас, да? Ну, понятно, что так вышло, да, что вот вы только попали во взрослую команду, а Олимпиада как раз прошла, Рио, совсем недавно. То есть до следующей еще вот сейчас 3 года до Токио. Тяжело вот такую дальнюю цель ставить? Или вы вот прям каждый этап Гран-при, это ближайшая цель, и вы не закладываетесь на дальнюю перспективу? Ну, мы не закладываем, мы просто работаем, улучшаем свои программы, работаем над собой.
И как бы так идем, идем, идем. Ну, то есть Вера Николаевна говорит, мы никогда не загадываем, правильно да, я говорю? Правильно. А девочки вас слушают и тоже не загадывают. Но стать-то олимпийской чемпионкой, это мечта, мне кажется, любой девчульки, которая приходит в мечта зал. Мечта есть, да. Конечно же. Загадывать ничего нельзя, потому что в спорте всякое может случиться. И также и травма, также, не знаю, какой-нибудь период может... Сложный. Смотрите, да. Вы, поскольку вы совсем молодые девчонки, да, то велика вероятность того, хоть мы и не загадываем, что вы будете выступать не только в Токио, но и на следующей Олимпиаде. Вот сейчас 24... Нет? Нет? Это слишком далеко, Алексей. Вы по-мужски подходите к этому вопросу. Правильно, надо быть двукратным чемпионом мира, четырехкратным, десятикратным олимпийским чемпионом. Нет, серьезно. А вот вы уже думаете на эту тему, да, или нет? Вот вы следите, где там будет в 24-м году Олимпиада или будет? Нет, сейчас там следим. Лос-Анджелес, Париж, Будапешт. Ваш выбор. Давайте выберем столицу. Нет, сначала в Токио. Выбирайте Будапешт. Нет. Нет? Ладно, Париж? Давайте серьезно. Вера Николаевна, над чем девочкам нужно реально сейчас работать, чтобы вы, ну, цинично скажу, улучшили, может быть, в их программе? Есть ли какие-то, может быть, слабые стороны вот этих замечательных гимнастов? Вы знаете, главное, чтобы они были здоровы. Слабых сторон у этих детей нету. У них соперник только они сами. Потому что настолько сбалансированная программа. Он, с нами работает наш гениальный постановщик Ирина Борисовна Зиновка. Мы очень ей благодарны. Ирина Александровна Вина-Русманова, которая все время что-то подправляет, учит. Я считаю, что в данной ситуации только здоровье и жить одним днем. Простите, они вот вы говорите дети. Для вас они все-таки дети, либо спортсменки, подопечные? Ну, Ариша мне дочь. А Дина мне старшая сестра, потому что по всем вопросам я советую с Диной. Ариша даже спокойно к этому относится. Ариша вот правда, как вот маленькая такая девочка. А Дина, она вполне, я настолько ей доверяю и советуюсь по всем вопросам. И я знаю, что лучшего советчика у меня нет, потому что у нее просто золотая голова. И она правильно, цинично подходит, по-хорошему цинично подходит и очень рациональный человек. Я думаю, что без ее каких-то советов мне бы было очень трудно строить наш спортивный график. Спасибо вам большое, что пришли. Потрясающий просто тренер у нас сегодня в гостях, Вера Николаевна Шаталина. И дай бог, чтобы у каждой девочки, у каждого мальчика в спорте был такой тренер, который идет вместе. Ну и, конечно, большое спасибо девочке. Я понимаю, что просто уже сейчас... 1:37 ночи по московскому времени. Вы сегодня выступали, устали, надо вас отпускать. Арина и Дина Аверина, спасибо большое. Наши будущие звезды спасибо. И наши уже нынешние звезды. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Друзья, болейте за художественную гимнастику. У нас сейчас реклама. После небольшой паузы мы вновь вернемся в эфир.